Следующая станция – проспект Мира. И это обзор МТ-пака 3.0. Ну, до этого у меня была версия 3.1, а в ней есть кое-какие нюансы. По типу того, что там не, нету такого поезда, как ЕЖ-3, который у меня сейчас есть. Его попросту нет в МТ-паке 3.1, а у меня такая версия была. Ну, до сих пор есть. Только там еще и контроллеры немного отличаются от той версии, что я скачал. Ну, давайте, короче, перейдем к обзору. Ну, давайте начнем. Первый поезд в данном моде, это который особенно идется к вниманию. Порядка того, что его нету давней в МТ-паке 1.0. Вот так вот он. Вот тут у нас, правда, есть небольшой баг с тем, что мы сидим не в правильном месте. Но коллизия все же есть. Без коллизии это уже не поезд. А, еще также нету тут одного зеркала заднего вида. Ну, все по старинке. Двери, открывание, езда, это не считается. Ну да, и звук есть. Следующий поезд. Ну и следующий поезд нашим это АК Баклажан. В моей версии, в той версии, которая у меня сейчас была, это 3.1 МТ-пак. Она вся была черная, так как будто у нее забагованные текстуры. Как я прикреплю его тут, кстати. Я оставлю ссылку в описании на этот мод. Так что вы сможете меня сейчас скачать. Там еще будут скриншоты всех поездов из этого мода. Так что не переключайтесь. Вот, ну... ну, вы все поняли. Или... А, ну, такие же. Звуков открывания нету. Звуков открывания есть. Ну, звуки закрывания так работают. Вот тут красивый салон. Ладно, давайте следующий поезд. Следующий мой любимый поезд в этом моде это 81717. Ну, в том числе это, как там его? А, брендовый номерной. Да, тут небольшие баги. Смысл сиденья. Тут что-то сейчас такое же. Пульт. Ну, просто мой поезд любимый. Не знаю почему, но просто мне нравится. А тут еще вроде как, не знаю, должна быть это или нет. А, ну да, блин, у меня не прописана команда для того, чтобы поезда ездить. Ну ок. Все как обычно. Как обычно номерной, только у него такой вот. Вроде как... Итак, вот, ну, такой вот у нас обычный 81717, брендовый номер. Кстати, я помню в своем магазине в Динском мире видел такой поезд. Там, ну, сама игрушка была брендовый номер, а на картинке по описанию это был советский ЕЖ-3. Следующий у нас просто 81717, московский номерной. Ну, ничего такого примечательного не могу по нему сказать. Просто обыкновенный номерной. С названием мод. Тут у нас название мода. МТ-пак. Кстати, я изменил канал на этот мод. Тут у нас есть всякие плакаты по типу «Таинственная фуга уже в кино». Реклама. Берегите себя, одевайте маски. Та самая реклама кино. Отсылка на дискорд-сервер. Нетипичка МТ-пака. Схема карты Онигбурга. Я, кстати, у меня была его карта. Ну, я, кажется, либо ее потерял, но или не знаю.
все, короче, все звуки здесь одинаковые. На всех видах номерных и одинаковые звуки. Как и у НТПК 3. Ну и как у ЕФ3 тоже. Такие звуки, открывание и закрывание. Давайте приступим к следующему поезду. Да ё-моё. Поезд сдох. Следующий у нас поезд, это 81-765. Это у нас уже, как я вижу, поезд Москва. Она в НТБАКе 3.1 тоже была. Точнее, есть. Но, к сожалению, у нас вот какая-то фигня происходит в кабине. Но, прикольно, кстати, тележки, блин, у этого поезда. Но салон красивый. Блин, было бы у меня еще версия, где там вообще не было таких складных, там просто тупо там вот эта тележка, вот эта синяя, вот эта вот. Короче, вот эта тележка находилась бы именно в тележке. И это был бы один вагон, и там еще был бы один вагон промежуточный. Понятно, звуки тут. Звуки здесь вообще из номерных. Если только была вот эта анимация, то можно было так типа сделать. Типа наш персонаж облокачивается на данный поезд, на данной двери. Давайте тогда мы данный поезд уберем. Блин, если я этот НТПАК покажу своему другу, то он, наверное, будет дичайшим в шоке, когда я ему еще дам ссылку на данный мод. Вы прикиньте, блин, он играл с НТПАКом 3.1, а это ведь 3.0, ровно 3.0, не 3.1. Да, здесь есть свои нюансы, потому как у Аки нету двери, и тут и нету этих вот, и вроде как в 3.1 были тут позже, но... У Аки в 3.1 были вот такие, был баг с нижней аппаратурой. А здесь ее добавок еще и нету, блин. Что за АК? Ну ок. Тут мы можем даже сидеть, блин. Ну это прикольно, кстати. Тоже нормальный поезд. Опять же, звуки из номерных. Блин, ну вообще, офигеть, когда вот это, что в этой паке 3.0, ровно 3.0. Есть и старый советский ёжик. Но здесь, к сожалению, нет никакой такой рекламы. Блин, а было бы прикольно. Ну, вот такая вот у нас АК получилась. Точнее, как-то... АК. Чуть ранее мы еще обозревали АКУ Баклажан. И дальше любимый поезд Паши, моего друга, из МТПАКа 3.1. которым этот НТПАК с другом, то его любимый поезд был, это Красная Стрела. Вот так вот. А, кстати, а кто помнит? Помнит, ходил или... Не, ну, да. Вот же тут у нас таинственная фуга, опять же. Берегите себя, кстати, ребята, и берегите себя в реальной жизни, потому что коронавирус может снова прилететь. Здесь. Тут такие звуки, не вижу смысла. Внешний вид мне тоже нравится. Такой прикольненький, красивенький поезд. Опять же, тут нету тележки. Ну, то есть синий, чтобы она... Еще было бы прикольно, знаете, если там, например, можно было так вот... Типа, знаете, так вот один вагон так вот отцепить, а второй этот был бы как не вагон с кабиной, а как промежуточный вагон. Было бы прикольно, кстати. Ну, ладно, давайте пропишем килл, чтобы убрать поезд. Чтобы он нам не мешал тут. И следующий поезд, который мы достанем, это у нас последний поезд в данном моде, питерский номерной. Блин, знаете, если была бы такая возможность, если бы это, конечно, было возможность сделать, то можно было, знаете, там сделать коллизию даже. Не то, что в кабине там по всему поезду, а еще коллизия двери, когда ты там открываешь двери, и двери открываются еще вдобавок. И типа, знаете, можно было еще добавить коллизию там по типу вот всех стен. Ну, не делай коллизию для вот этих поручней, сидушек,
шайтан, то можно было прикольно, типа, еще для крыс, потому что вот так вот это не очень прикольно. А, ну да, еще и здесь можно было бы. Ну или коллиджи нормально здесь делать, ты сцепки. А то понравится не очень. Второй вагон, нечто так однозначно. Красный пол. Ну, давайте поставим снова ежик. Где у нас тут? А, вот он у нас. Вот здесь 710. У, а, во. Ну, всем спасибо за просмотр и всем пока. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, подписка и под названием подпишись и поставь колокольчик. А, кстати, не забывайте, что в ссылке в описании будет ссылка на Discord сервер, где вы сможете, возможно, где вы сможете скачать данный мод с этим ёжиком красивеньким. И мод на рейсе еще, кстати, будет. Не переключайтесь.